Анонс итогов выхода нового 16-серийного сериала «Нинель». Премьера сериала стартует со 2 сентября на Первом канале. Действие происходит в 1980-х годах в Пятигорске, где молодая энергичная Нинель Камолова успешно оканчивает школу с отличием. Но у нее впереди прекрасное будущее, и на данный момент все идет гладко. Родители любят ее, одноклассницы завидуют, а мальчишки приглашают на выпускной вечер. К тому же вернувшийся из армии Георгий, который мог бы стать для нее хорошей партией, признается ей в любви. После успешной сдачи экзаменов и выпускного вечера Нинель готовится поступать в театральный вуз. Родители хоть и одобряют ее выбор, но все равно беспокоятся за дочь. Но упрямая Нинель не хочет слушать никого и намерена следовать своей мечте стать актрисой, пока не происходит трагическое событие. Отца девушки Олега Камолова обвиняют в краже ценных экспонатов музея, где он работает директором. Теперь все мысли героини заняты не поступлением, а семейным несчастьем. Она не верит в вину своего отца и пытается встретиться с ним. Но свидания запрещены. Тогда Нинель решает использовать свой актерский талант и, очаровав сотрудников милиции, добывается с желанной встречи. Увидев расстроенную Камолову, выходящую из отделения, снявшую парик и смывшую грим с лица, местный полукриминальный авторитет Марк Антонович Баршак моментально понимает, что может использовать ее актерские способности для своих целей. Попросив своих людей собрать как можно больше информации о Нинель, он узнает о ее таланте и умении великолепно перевоплощаться в кого угодно. Убедившись, что она именно та, кто ему нужен, он предлагает ей помощь в деле с отцом. Но взамен просит о небольшой услуге. Переполненная желанием помочь семье, Нинель оказывается в мире преступности, не подозревая о последствиях своего решения. Премьера нового сериала стартует со 2 сентября на Первом канале. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.